Мой корабль на площадку сел наверх. Да ладно. Да, он стоит. Прикольно. Да ладно. Я думал, сюда нельзя сесть. О, правда. А чё, так можно было? Прикал шип, всё. Хочу шип свой. Сейчас он к моему там ещё сядет себе. Так, я тебя заскриню, не улетай. Такой думаю, куда он, блин, сядет, а он там сидит наверху. Такой, о, привет. То есть, о, это он сам туда сел? Ага, вижу, прикольно. А? Сам он туда сел? Да, я его рекомнул, он туда сел сам. Так, а где мой? Ты гений, Серега. Сидит а реально. Где мой корабль? А я думаю, а что такое рядом бахнулось? Мышь висит. Ну он подумал, что там где-то искать какие-то площадки, а тут ровное место. Да-да. Так, где мой корабль? Он садится куда-то. Он завис. Серега, улетай, Юрин сесть не может. Че, канале? Эх, он... О, он улетел. Не понравилось ему тут. Че за тебя? Так, где я буду искать свой корабль? Попробуйте вызвать его еще раз. Да. Ну, меч висит. Ну так летают тут всякие, не дают кораблю сесть. Я уже не летаю. Не рядом. Вон он мой пытается. Нет, не мой. Это асп летает. Где-то вышел. Сейчас появится. Что, Серег, лая огромно? А тут все позакрывали, чего? Небо висят. Чего огромно? Да вот кобра летит. Хары висит. Отлетайте от седа. Да нет, все, она садится. Туда же, что ли? Да. Реально, слушай. Сейчас еще по центру, по центру круга сели. Ты опять сесть не можешь. Нет, может, он садится. Пускал. Да, реально, на площадку садится. Просто хотел пускать. А мой решил не садиться. Тоже слишком жирный. Да. Как и ты. Теперь надо туда забираться. А где там проезд наверх? Ну там же, как обычно. Блин, это вообще капец. Такого я не ожидал. Так, не вижу я проезда. Там воротики. Ну как обычно, двойные пандусы. И все. Туда заеду вообще? Заедешь. Чё, не заеду? Заеду, да. Тут же абсолютно ровная поверхность, чё ты... А да не, я имею в виду, что он мог по краю встать и к нему сзади не подобраться было бы. Место ещё там есть. Не, забрался, всё. Фу! Жесть. Не, надо карту, конечно, этого... базы изучать. Чтоб знать четко уже где что. Тут же не так много типа баз. Карты я где-то видел. Всех баз есть. Упс. Так, Бигль Хаб. Ну полетели на Бигль Хаб. На Фигли Хаб. Сейчас посмотрим, мой корабль сюда сядет или нет. Да все туда сядут, наверное. Твой туда не сядет точно. Он по размеру с половину базы. Да ладно. Мышь висит.
Не с половину даже, не надо. Ты обманываешь меня. Мысь, чё ты висишь? Долго не надо. Зашевелилась сразу, посветил. Заворовочилась. Чё, садится? Прилетел, но походу садится на улице, Кэт. Да, на улице садится. Вне, на улице? Вне базы. Как ощетинилось. Что-то ему не понравилось. Козел. А я в него верю. Может, ему надо было, чтобы площадка пустая была, вообще никого не было. Там никого не было, я стоял вообще на краю.